Всем привет! Продолжаю писать видеообзоры о своих ножах. И раз дело коснулось, это очередной страйдер мой, уже не мой, отправится к новому хозяину. Поэтому в завершение, как говорится, выскажу о нем свое мнение. Это тоже страйдер не очень простой. То есть, во-первых, он имеет номер. То есть лимитовая серия, их, наверное, 100 штук таких. Это так называемый страйдер R. Самый большой из страйдеров. Есть, правда, больше страйдера XL, уже вы видели обзор на него. Но это страйдер R. Рукоять G10, титановый фреймлок, титановая клипса, сталец 30V. Фишка этого ножа еще в том, что гринду клинка приложил такой мастер Том Крейн. То есть, посмотрите сами. Вот он его. Лейбл, как говорится, собачка. Том Крейн. Сами видите полосочки. То есть, гринд клинка заключается в том, что он сведен очень тонко. Порядка 0,30. Соответственно, это улучшается на качестве реза. Для страйдеров, как говорится, является, говорят, одной из болезней. Ну так вот, давайте продолжим мой обзор. Я ценю по 7 категориям данный нож уже. Первоначально, когда на период страйдер мании я его получил, я оценил достаточно высоко. 63 балла из 70 возможных. Ну, сами понимаете, эйфория от встречи. Новый нож, новый страйдер тем более. Для меня это было яркое, большое впечатление. Но время идет. Я всегда так делаю. То есть я первоначально оцениваю ножи, а потом со временем их использую как-то в деле. И уже потом по факту реальности оцениваю. Когда пелена, как говорится, спадет, эйфории. Ну так вот, это было на тот момент 4 место из 138 фолдеров. Теперь же я его оценил более жестко, как говорится, подошел к этому моменту. Ну, давайте продолжим дальше. Начинаем, как обычно, с извлечением. То есть, первая категория удобства. Традиционная дырка. То есть, традиционный ход. Ход здесь туговат. Несмотря на то, что он практически был, наверное, у меня, недели 3 на кармане. То есть, несмотря на это, он остался прежний это. Я его не разбирал, не полировал, ничего, так как, ну, вроде бы, для такой махины нужно иметь сильные, крепкие мужские руки. Ну, традиционно 8 баллов по удобству открывания. По удобству хвата. Да, рукоять здоровенная, даже для моей руки. То есть, работать оптимально лучше всего в перчатках. Ну, если нет перчаток, в принципе, и для силового реза вполне нормально. То есть, как я уже говорил, что оптимальный хват у страйдеров это вот такой. Вот так вот можно делать все виды работ. И по подрезке аккуратно, и по мощному силовому резу. То есть, можно даже поддавить второй рукой. Ну, обратный хват так, для сравнения вам покажу. То есть, чтобы вы поняли размеры. Ощутили, что это, ну, очень мощный, здоровый, крепкий нож. Отжимаю фрейм и отправляю его спать. По поводу работы, то есть я говорил, нож был где-то недели 3 у меня на кармане. То есть, в принципе, резал исключительно. Я не боялся ни косточки, ничего. То есть, спокойно, без проблем, все, со всеми справлялся замечательно. То есть, в итоге по удобству хвата и удобству применения тоже 7 ставлю, по 7 баллов. Ну а по удобству ношения, сами понимаете, вещь не маленькая, хотя и плоская достаточно. Если сравнить вот с SMF, то есть, в принципе, толщина одинаковая, но по размерам сами видите, насколько они различные. Ну так вот, в итоге категория удобства 7 баллов из 10 возможных.
Категория практичность. Первоначально я вообще что-то высоко оценил вот эту категорию, 10 баллов, так как был в восторге от этого ножа. Он у меня был как EDC, и как все эти. Но более трезво сейчас оцениваю я. Как EDC, конечно, 6 из 10. Сами понимаете, размер имеет значение, но не для этого ножа, сами видите. То есть, ну, кому как. То есть для меня, в принципе, и такой нож вполне нормально работает себе, как EDC. Для кого-то это будет очень большой. Как для домашнего хозяйства. Неплохой вариант. Длинный клин, мощный клин. Запас прочности позволяет. Более-менее удобный хват. 8 из 10. Я здесь поставил самое высокое это в аутдорном ноже. Потому что, во-первых, этим ножом можно работать и как скиннер. То есть подрезать. Берете, подрезаете аккуратненько там. И можно силовым резом можно спокойно там разделывать, там, отрезать ребра, где-то перерубить, конечно, этот тонкий спуск, конечно, для этого. Но вот я на курице упражнялся без проблем. То есть никаких последствий для режущей кромки не осталось. Ну и в плане самообороны, конечно, нож мощный, агрессивный. В принципе, достаточно быстро извлекаемый, но дорогой. За неимением, конечно, другого варианта спасет и этот, но как чисто, если брать как специализированное оружие нож для самообороны, то не советую. Ну и в качестве коллекционной ценности, да, нож имеет определенную фишку. Номерная серия, крейновская, Эргринд. Ну, если честно сказать, он ушел у меня в убыток, грубо говоря, так долларов, так получается, если по старому курсу 1:30, ну, порядка 200, минус 200 долларов. Ну, дело не в этом, главное, что уйдет хорошему человеку. Итог практически ставлю 7 баллов. Острота первоначально была очень приличная, вы сами понимаете. Как должен рез такой с такими подводами. Ну и грубо говоря, вот сколько он был на кармане, я его ни разу не правил. Сейчас проверим, что тут осталось. Ну, осталось вполне. То есть вот рез протягом маленько уже похуже. Рез продавленный тоже уже стал. Ну, сами понимаете, по волосам скользит, волос предплечья, ну, бреет еще, на удивление бреет. Ну, вполне нормально, так, грубо говоря, баллов на 7. Ну, если учитывать родную, то я поставил 10 баллов родной. То есть, вполне. Нормальный комплект. Оригинальность дизайна. Да, можно сказать, что у Страйдера спорный дизайн. Ну, мне нравится. Единственное, я говорю, что может быть даже я бы сделал рукоять, допустим, сделал здесь маленькую в сторону уменьшения. Это было бы, казалось бы, на улучшение хвата. Может быть, получился не совсем правильные формы, но это традиционный для Страйдера кирпичик. Первоначально я поставил 8 баллов, но потом что-то оценил на 7. А сейчас думаю, все-таки Крейн добавляет здесь изюминки, потому что, ну, сам, вот чисто, ладно, про Эргин Крейн скажу в цене. Здесь поставил 8 баллов. Цена. Первоначально тоже поставил 10 баллов, сами понимаете, захотелось, загорелось. И, грубо говоря, 900 долларов, во сколько он мне обошелся. Ну, захотелось, я поставил 10 баллов. Хотя, если посчитать реальную рыночную цену, то есть простой Strider R вот такой комплектации стоит 550 долларов. Плюс 100 долларов регринд клинка. Но чтобы к тому крейну попасть, надо выдержать год практически. Чтобы за 100 долларов вот наложили этот гринд и сделали клеймо.
Ну, есть фишка такая, короче. Ну, получается, ну, 650 баксов, да. Единственное, что, конечно, версия лимитовая. Ну, может быть, добавляет долларов 100. Но это уже тут... То есть, все-таки есть, наверное, изюминка вот в этом. Ну, в итоге я поставил здесь 8 баллов. Так что считаю, что если бы я купил за бугром его, мне такая возможность предоставилась, то дороже 700, наверное, он бы там не вышел. Здесь пошло 900. То есть, соответственно, 7 на 8. Получаем в среднем 8 баллов. По качеству изготовления. Прицепиться не к чему. Люфта нет. Никакого. Так. Фрейм не закусывает. Спокойно заходит наполовину. И его хватит намного надолго. Клинок спит по центру. Клипса упругая. Жесткая, прям можно сказать. Режущая кромка. Ну, маленько неровная. Даже не симметричная. Ну вот, можно, в принципе, в итоге все-таки балл-то снять. Хотя я поставил 10. Ну, пока, ладно, я исправлю, конечно. Пока первоначально, вот если с качеством 10 поставить, то вышло мне 57 баллов. То есть в итоге я нож потерял 6 баллов практически. И занял в итоге 64 место из 208 фолдеров. Вылетел с большой моей, как говорится, тридцатки там, наверное, тех ножей, которые набрали более 61 и 61 балл в итоге. А он был на 21 месте. Но здесь запас, допустим, все-таки есть, я думаю, потому что, во-первых, можно поработать заточкой, да, добавить балл. Ну, оригинальность... Ну, по цене, я не знаю, если прикупить. Даже по цене еще плюс 2 балла, плюс 10, уже будет 60, грубо говоря. Так что, вот такой вот есть Rider R. Встречайте. Ну, а это вот еще один такой будет обзор в дальнейшем, я думаю. Это так, для сравнения. Ну, не знаю, в свое время я был в восторге этого ножа. Сейчас, конечно, охладел. Ну, то, что есть, то есть. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, отвечу обязательно. Заходите на мой сайт knifeucos.com. Там есть текстовые обзоры с фотографиями. Соответственно, будет и на этот обзор текстовый. Пока!